NYI или New York Institute – это летняя школа, которая проходит каждый год на базе Санкт-Петербургского университета. Создана для людей самых разных специальностей, но моим коллегам и друзьям, филологам, лингвистам, историкам, социологам, психологам обязательно надо посетить, чтобы открыть свой мозг и побывать в контексте обучение нетрадиционного для нашей страны, для нашей культуры. Впервые я узнала об NYI от своей сокурсницы, когда была еще студенткой. Я ничего не поняла, что она мне рассказывала, просто потому что это было нечто из какого-то параллельного иного мира. Я только поняла по ее эмоциям, что обязательно-обязательно нужно попробовать подать заявку. Мой маленький совет тем, кто будет, к тем, кто удачно пройдет отбор и придет к моменту выбора предметов, обязательно попробуйте выбрать что-то, что по описанию вы вообще не понимаете, о чем речь. Это может не быть любовь навсегда или даже не какой-то короткий роман с этим новым для вас, с этой новой для вас областью знаний, но соприкоснуться с чем-то для себя радикально новым очень полезно. Где можно жить? Если вы приехали как студент на летнюю школу в Петербург, вам немножко не по карману или не очень удобно снимать что-то на месяц, на 3 недели, очень удобный и ценный тоже для меня момент был, это то, что если указать это в заявке, то студентам предоставляется общежитие. 2 раза я ездила, 2 раза жила в общежитии, очень благодарна. Какая-то сумма, я ее не помню, но какая-то очень маленькая сумма, совершенно несравнимая с ценами на аренду в Петербурге. То есть вот это очень удобный момент, не беспокойтесь, если вам негде жить, не приходит в голову, куда селиться. Для тех, кто серьезно занимается академической деятельностью или планирует ей заняться, рассматривает такую для себя возможность, NYI – это мощное расширение круга своих знакомств. Это касается как ваших товарищей студентов, которые приехали из разных стран, это совершенно не случайные люди, то есть это, скорее всего, люди, которые занимаются какими-то смежными академическими вопросами с вашими или какими-то близкими, параллельными, такое возможно, и у вас будет очень значимое общение в академическом плане. Так это и знакомство с преподавателями, которые в своих вузах, в своих странах, возможно, тоже занимаются, допустим, какой-то сходной темой с вашей, но совершенно смотрят на нее под другим углом, в рамках другой традиции академической. И это безумно полезно. Вы всегда, все преподаватели очень открытые. Можно всегда попросить какую-то консультацию, совет в академическом смысле. Можно очень обогатиться, и просто это очень ценное знакомство. Если в дальнейшем вы планируете, например, подаваться на какие-то программы обмена или академические, докторские, постдокторские, это очень-очень ценная вещь, побывать вот в этом контексте, просто в нем повариться. Но если еще вы знаете конкретно, каким образом вам могут помочь проконсультировать, то на это смело можно рассчитывать на Нью-Йоркской летней школе.